Всем привет, ребята, продолжаем снимать камбэки, и я... у нас неплохо получалось. Нет, давай Да. H4, H4, Не, ну понеслось. хватит, это уже Нет, было. нет, стоп, это не то, что ты думаешь, H4. Ну. H5, методично. Дальше. Но H6 это обязательный ход в этой Не, погоди, позиции. ты хочешь опять то же самое получить? Нет, нет, не то же самое, это две разные вещи. И смотри, в чем тонкость. Здесь мы играем D4. Гениально. Я в восхищении. Смотри, и теперь мы играем ладья H7 на тоненького. Ты упоролся. Ладья Так H7. иди нафиг. Ну почему не... Никита, это камбэк. Я понимаю, но это 2350. И что? Ну мы мало, он просто ладью на H1 поставит, а мы получим мат. Нет, у нас был конь H3 ход. В Ладья... общем, вот так тоже неплохо. Что хорошего? Посмотри, какая атакующая ладья. Ну, это не камбэк, понимаешь? Что у нас хорошая позиция. Да, у нас хорошая позиция. Хорошо. Вот Следующий. F3, ты доволен? Ну, давай теперь А4. А5. А5 методично. Ну, всегда успеем на G6 отжертвовать. Ну да. А почему не мы не отжертвовали? Потому что. Не хочу, пусть сыграет муж 5, и я отжертвую потом. А, вот типа, Чувствуешь, какая чтобы тонкая? линию не открыть. Да. Гениально, гениально. Видишь? А5, ой, А6. А6 это... Без этого мы не справимся. И да, Ну. и на конь А6 тонко играем Е4. А если Давай... он сейчас даст нам шах с H4, что мы будем делать? У тебя есть тонкости на этот случай. Ну, пойди же 3, хорошо. Король Е2 задумано, отлично. Ну, понимаешь, ну, уже пора спасать. Да ладно. Я-то думал, у нас все еще перевес. Слушай, вот он хочет 3, так там же его ждет смерть. А у нас фигуры вообще с 8 будут, ой, с 1 будут уходить. Нет, зачем? Разумно. Ты еще маркировать некуда. Это, безусловно, его очень беспокоит сейчас. Везде ждет смерть. Куда нам бежать отсюда? Ну, побежали куда-нибудь. Б3? На Е1 и еще одну рокировочку. Вот, видишь? Он под Б5 стал. Но Или А6, подожди. он не... А6, наверное, лучше. А6. Нет. А почему нет? А6, Б6. Не, давай поменяем. Так, ну у нас, смотри, у нас, по-моему, налаживается. А вот Ну давай... нет, Стоп, нет, стоп, но... стоп, стоп, стоп. Давай заигнорим. А6. Все скроется же. В каком месте? Ну, пойди А6. Ну, конь Б5. Ну, или Б6 даже. Что дальше? Ну, не знаю, минуту просто на табло. Да ладно тебе. Все нормально будет. Вот позиционный. Ферзь А3 надо было играть. За две фигурки. Противно. Почему? Ну а как играть? Ну, пешка С. Ну сюда надо. Ну нафиг Б4, король Е2 просто. У нас же теперь поле Е2 относительно безопасное, У нас вся позиция вообще космос. да? Да, именно космос. Ну, король Е2. Под балью космически плохая. Не, ну сейчас он ферзей сменяет, как-то их закончится. Для кого? Для него? Да, до него, конечно. Ладно, взяли. За пешечку зацепимся. Да, это очень важно. Ну еще Я вторую. прошу въедать. Вторую тоже возьмем, что нет. На коня напали на А7. Фиорентино. Итальянец. Фиалочка. Фиалочка, кстати, в порядке в последних матчах, ребята. Да, наш соперник тоже, кстати. У Так нас же, как есть и ресурс. одноименный клуб. У нас есть ресурс А6. Вот уже Сейчас нету. нам мат дадут, какой ресурс. Понимаешь, смысл камбэка в том, что нам обязательно нужно выигрывать партию. Пока... Любой ценой. Да-да-да, понятно, пока непонятно, как этим заниматься. Сейчас мы дадим мат на бассейн. Слабо верится. Да-да, давай, D3, ну, здорово. Это браво просто было.
Он, по-моему, очень хорошо играет, нет? Сейчас мы подкрутим. Ты не веришь мне? Ну, верю, верю. Нет. Шажок. А 6 пора, Никит. Мы что, Ой. зря... Что, ой? А6? Да-да-да, мы зря А, туда пешку. не вовремя А6, надо было c4 включить. Упс, ферзь. Упс. Победа. Какая победа, 10 секунд. Пахнет победой, ребята. А, победа. Победа. Ну, играл соперник хорошо, согласен? Безусловно, когда соперник проиграл вот эту позицию, он играл хорошо. Да, всем спасибо за внимание. Вова, я думаю, тебя поймет правильно.